Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор моего первого заказа на 152 или 154 балла из каталога номер 12 компании Oriflame. И сегодня все пошло не так, как обычно. Обычно я получаю посылку, и мы ее вскрываем вместе с вами. Сегодня все наоборот, посылка приехала очень рано, и поэтому я решила, а почему бы мне сначала все попробовать и уже вам рассказывать свои первые впечатления. Итак, начинаем смотреть мою посылку, и я вам буду рассказывать, что я уже попробовала, и свои впечатления, как я сказала. Итак, у меня огромное количество каталогов номер 13. Я всегда беру папку целиком, пачку, потому что получается очень выгодно, и я их раздаю людям. Все с удовольствием берут, все смотрят и делают заказы. У меня уже второй заказ набрался большой, потому что в первом в основном все для меня. Итак, рассказываю по порядку. Первое, что я попробовала, это новинку серии Botanicals, шампунь и кондиционер для волос. 95% натуральные ингредиенты, без парабенов, без силиконов, все биоразлагаемое, все такое чудесное. И мои впечатления: во-первых, восторг от упаковки, очень лаконично, очень стильно, очень интересно. Я уже все выставила у себя в ванной, посмотрела, классно смотрится, удобно то, что с дозатором шампунь, достаточно удобная крышка на кондиционере, то есть мы ее открыли, выдавили, захлопнули. Самая плохая крышка, когда нужно открутить, выдавить, закрутить. Чем? У меня нет третьей руки. Итак, шампунь пенится, хорошо пенится, дает хорошую пену. Не переборщите шампунем, он достаточно экономичный. Аромат невероятный, вот это в составе жимолость, и тут целая таблица Менделеева, всякие необходимые, полезные для укрепления волос, для кожи головы, для увлажнения. Все просто супер подобрано, одобрено веган и одобрено мной. И что самое интересное, шампунь я смыла, нанесла кондиционер. Вот, кондиционер написано: нанести, распределить по волосам и смыть. То есть не написано, что нужно держать его какое-то время, но я и не стала его держать какое-то время. В результате, когда я высушила волосы, осушила я их с помощью фена сегодня, то у меня кончики волос были, как сказать, плохо расчесывались. Поэтому я все-таки считаю, что нужно кондиционер подержать подольше на волосах, чтобы вот эта вся полезность, все эти минералы и так далее, и так далее, все это успело напитать волосы. В следующий раз я буду держать долго. По ощущениям, вы сами видите, у меня просто волосы рассыпаются, я ничего не могу с ними сделать, они невероятно пышные. Смотрите, какая у меня шикарная шевелюра, я просто от них балдею, я пищу от восторга. Я надеюсь, что вы тоже будете в таком же приятном впечатлении от своих волос, как и я. Это что-то невероятное. При том, что в последнее время мне присылали на обзор несколько компаний органических свои продукты. Так, Озон Косметикс, по-моему, Органик Зон, вот, Органик Зон и Рише. Рядом не стояли вот с нашими продуктами, просто прелесть. И цена у нас намного ниже, чем в тех компаниях. Итак, моя оценка просто 5 с плюсом, я в восторге. И у меня здесь в заказе еще такой же комплект, я его отставлю в эту сторону, чтобы не перепутать. Ну, хотя я не перепутаю, потому что здесь, чтобы открыть, нужно повернуть носик у шампуня, и видно кондиционер, когда его используешь, то здесь уже будут следы использования. Так что скоро выйдет видео, я сняла полностью, как я мыла голову, наносила кондиционер и так далее. Все посмотрите. Также из этой коллекции я взяла средство для купания. Сейчас попробовала с ним помыть руки. Пахнет так же, как и вся серия. Очень приятный такой природный аромат с кислинкой немножко. То есть он такой освежающий, бодрящий. Средство одна капля. Мне очень понравилось то, что когда нажимаешь дозатор, бывает, что так сразу целая чайная ложка, и что с этим делать? Очень маленькая капелька выдавилась, хватило мне намылить, такая пенка хорошая, такой вот пахнет от рук, кстати, такая прям приятная пенка, хорошо все промыло, и вот остался приятный аромат. Это я взяла себе, и из этой коллекции у меня еще кусочек мыла, а крема для рук не было на складе. Очень жаль, я обожаю крема для рук. Итак, кусочек мыла, по-моему, 100 грамм, да, 100 грамм, упаковано не в коробочку, то есть простая у нас бумажечка, здесь легко открываем, и я хочу посмотреть мыло, потому что это, конечно, тоже для себя. А, так, вот оно,
Бьютаникалс, название красивое. Вот такой кусок мыла, и в него вкраплены какие-то интересные штучки. Я думаю, что они будут, что мыло будет и хорошо увлажнять, и купать, и может быть даже отшелушивать кожу. Не знаю, попробую. Пахнет круто, невероятно, мне очень нравится. Вот так вам все положу, тут все было видно. Так, далее буду хвалиться. Взяла себе новую тональную основу серии Aqua Boost. Я очень люблю эту серию, потому что у меня кожа нормальная, она не склонная к сухости, она просто у меня нормальная, и мне очень комфортно с этим тоном, потому что он тоненько лежит на коже, он невесомый, его не видно, можно наслаивать. Я делала, тоже записала отдельное видео. Вот на этой половинке я делала с праймером, на этой без праймера. На этой сделала два слоя, потому что она очень тонкая, и я захотела просто усилить эффект. Здесь на праймер просто один слой, и все, все отлично легло. Итак, тон с дозатором, как и был в предыдущем варианте. Вот так вот выглядит тональная основа, и у меня сейчас на лице тон 408-29. Рекомендую, тоже очень довольна. У меня в этот раз такое баловство себя, я набрала себе всего и очень много, и в заказе у меня несколько новых тушей, должно быть 4, а где четвертая, вот она, 4 туши, 3 я взяла для клиентов, я уверена, что у меня сейчас ее будут разбирать в драку собаку, и одна тушь для себя, она у меня сейчас на ресничках, тоже сняла видео, где красила только один глаз, разница невероятная, просто у меня глаз без туши просто как слепыш был, маленький, незаметный, тут один слой и сразу он распахнулся. Невероятно удобная кисть, вот такая очень изогнутая, то есть она прям ложится по форме глаза, когда я поднимаю вверх, то у меня сразу веером укладываются реснички. Если нужно разделить, я просто перевернула и чуть-чуть подвигала другой стороной. Довольна, в восторге. У меня сейчас 3 слоя туши, сделала уж просто на видео по максимуму. В обычной жизни мне хватает 2 слоя, потому что я не люблю, когда слишком огромные ресницы, которых я сама пугаюсь, потому что я их вижу сейчас, потому что они прям большие. Тоже довольна. Консистенция очень гладенькая, то есть не оставляет никаких комочков, легко можно действительно наслаивать, но не сушите долго слой за слоем, просто накладывайте один за другим. Ну что сказать, супер, рекомендую. Но самое главное, что эта тушь участвует в акции, и у меня также в заказе, в подарок мне пришли целых четыре аромата Eclat Mon Parfum 8 миллилитров бесплатно, потому что если ваш заказ на 500 рублей, включая тушь, а у меня 4 туши, и у меня тональная основа, у меня здесь новая тушь, потому что у меня старая тушь закончилась, я взяла себе новую тушь для бровей, мой оттенок средний, вот сразу ее открываю, потому что ту я уже выкидываю в пустые баночки, будет моя новая тушь. Я взяла себе новый маркер для того, чтобы красить стрелки, и вот они у меня сейчас на глазах, тоже записали отдельным роликом, как я красила стрелочки. Ну, я придумала новый вариант, как их красить, но он не совсем простой оказался, но все равно посмотрите, я думаю, будет интересно, чем он отличается от предыдущего. А наконечник точно такой же, это фетровый, удобный, но сразу чувствуется, насколько он напитан сильно, много, тоже стойкие стрелки будут, очень легко красить, невероятно, то есть сразу дотрагиваешься, он и сразу оставляет хороший след. Я довольна, он лучше предыдущего, сразу вам могу сказать, что он мне понравился больше. И еще у меня в заказе 2 продукта для ногтей, я взяла то, что я люблю, сушка, какой-то из них сушка, какой-то из них основа под лак. Очень нужные продукты, мне нравятся эти новые флакончики, я люблю все новое, я люблю то, что компания постоянно делает обновления визуально, это приятно, то что как бы не приедается одно и то же, а появляется что-то новое, это стильное, это модное, соответствует трендам. И дальше я вам рекомендую в этом каталоге взять, если вы, конечно, любите эти продукты, средства для снятия водостойкой косметики. Один под заказ, один взяла себе в запас, но у меня их уже там штук 5, и я думаю, еще возьму, потому что вдруг снимут с производства, не переживу этого. Чем мне нравится это средство? Оно, помимо того, что
снимает водостойкий макияж, оно идеально снимает любой макияж. И для меня это самый удобный способ, потому что наименьшее растяжение кожи, наименьший контакт ватного диска и трения и так далее. Просто я прикладываю ватный диск, аккуратно снимаю, подтираю, то есть 2-3 движения, и у меня чистые глазки. Я люблю, чтобы все было вот так вот красиво, без следов. Кстати, не показала, если вы ни разу не пользовались, как им правильно пользоваться. Сейчас он разделен на 2 слоя. Нужно перед применением перемешать и сразу нанести на ватный диск, потому что через какое-то время вот он сейчас постоит, и он опять станет разделенным на 2 слоя. Далее у меня в заказе пам-пам-рам, подарочек. А где вторая часть подарка? А вот я взяла, ну это не совсем подарок, по акции жаркие скидки я взяла набор масла с блестками мёта, молоко и тыквенный пирог. Это крем для ног, который у меня уже сегодня заберут. Масло надо хорошо перемешать, потому что там много блесток. Далее открываем, наливаем несколько капелек, ну я 2 возьму, потому что я сейчас только, и наносим на тело. Я уже его попробовала до этого, сейчас вам показываю. Просто чудесное масло с моим любимым этим медовым ароматом. Это будет круто на ночь вот искупаться, нанести. Но для чего там блестки, я, честно говоря, не поняла, потому что я их не вижу. Просто не вижу. Такое чувство, что просто для того, чтобы был красивый продукт. Я не вижу сияния на коже. Может быть, оно появится при ярком солнце. Кто-то, может быть, из вас уже пробовал. Расскажите мне про этот продукт, потому что я вижу только эффект, вот этот тонкий аромат серии мед и молоко и чудесное увлажнение. То есть я обожаю масла, у меня их очень много, я всегда покупаю масла от Oriflame, но это только для тела, то есть не для волос, потому что есть у нас масла, которые можно использовать для волос. Под заказ из вкладыша маскарейдж аромат, клиентка берет третий раз, очень ей нравится, и то, что он с большой скидкой. Под заказ из распродажи пена для ванной. Представляете, у меня подружка берет всегда для дочери, дочка первоклашка, она ее взяла недавно, у меня была как раз последняя пена, она у меня ее выпросила, я говорю, ладно, забирай. И она мне звонит и говорит, представляешь, она выдавила всю пену в ванную. Она играла, она варила волшебное зелье, выдавила полный флакон геля для интимной гигиены, почти всю пену. И она говорит, заказывай еще. Инструктаж провела, то, что больше не будет выливать все и сразу. Но ребенок был доволен, вся квартира была просто пенная вечеринка, было им очень весело. После того, как мама поругалась, она, конечно, стала веселиться. Ну, надеюсь, что девочка наша будет поэкономичнее расходовать пену. Так, 2 wellness пэка женских для нас, для себя, пьем постоянно, поэтому такие красивые. Аромат, новинка, Валяре. Мне, кстати, как официальному обозревателю прислали тушь, аромат, и попозже будет крем для рук, его просто нет на складе. Какая красивая коробочка, кстати, не ожидала. Я обожаю такое вот, такая эстетичная, на чистом таком белом розы, просто как будто они парят в воздухе. Открываем. Я так ждала этот аромат, когда его открыла в пробнике первый раз, я его так нанесла на руку, так, ну ничего, ну пойдет, и бросила его. Потом он у меня несколько дней пролежал, смотрю, какой-то пробник лежит, ага, новинка Valaire Moments, думаю, дайте попробуем. Нанесла на руку, разнюхала и поняла, что это то, что мне нужно. Так, ладно, беспощадно снимаю пленку. Это то, что мне нужно, потому что этот аромат мне очень напомнил аромат, который был давным-давно в Oriflame, и у меня осталась прям капелька этого аромата. Я его берегла и экономила, потому что я не знала, ну как без него жить, ну хотя бы иногда просто с ним получается вот это ощущение, вот такие впечатления богатые. И вот этот аромат мне напомнил тот самый My Naked Truth. My Naked Truth. Кто помнит, напишите. Снимаем стебелечки и наносим капельку аромата на кожу. Если вы хотите нанести на соседнюю руку, то не трите, а просто приложите. Не надо вот так тереть аромат, как это иногда делают. У меня вот, хочу сказать, полное совпадение.
моих пожеланий на осень этого аромата, моего состояния, все совпало. Я очень люблю эту упаковку, увидев вот бутона, вернее, в виде цветка розы, вот все совпало. Вот он такой нежный, он такой чистый, он такой девственный, этот аромат. Я не знаю, может быть, он, конечно, не всем понравится однозначно. Друзья мои, у всех разные вкусы, на вкус и цвет товарища нет. Для кого-то это будет какая-нибудь, может, скажет, фу, дешевка какая-то. Для кого-то, как для меня. Я очень довольна, я очень довольна, и спасибо Орифлейм за такой подарок. Я сниму отдельное видео потом со своими впечатлениями, все расскажу, покажу. И завершает наш обзор то, что я выбрала со скидкой 50%. Помните, я вам обещала, что я больше не буду сумки покупать? Вот, я пошутила. Я не могу не покупать сумки, потому что я сумка-маньяк, сумочный маньяк. Я тот самый человек, который не может жить без новых сумок. Я могу, например, не взять себе новую помаду, но новую сумочку, особенно если она мне нравится, она мне понравилась сразу, потому что такой сумочки не было у нас еще никогда. У нас была сумочка, помните, если с лимончиками внутри вставка, но это не то, мне нужна вот такая сумочка, осенний вариант с закрывашкой. И я тогда удержалась, я не взяла ту сумку, хотя она мне тоже очень понравилась. И я дождалась, когда выйдет то, что мне нужно. Смотрите, это супер вариантик, такая классика жанра, когда вот эта сумочка, сейчас посмотрю, что у нее внутри, когда эта сумочка подходит под практически под любую одежду, она такая вот лаконичная, нейтральная, просто под нее можно легко обувь подобрать, и сапожки осенние, и ботиночки, и туфельки, и босоножки, то есть она у меня будет практически, мне кажется, круглый год. Она вот тут вот расширяется за счет дна, ощущение, что это кожа. Просто очень очень хорошо все сделано, не выглядит она дешевенькой. Внутри подкладка тоже очень хорошо, есть кармашек малюсенький, куда можно какую-нибудь мелочевку положить, он тоже такой кожаный. И внутри кармашков больше нет, просто одно отделение. Все замечательно, как я и хотела. Хорошая закрывашка вот эта с поворотиком, потому что иногда бывают магнитные, неудобные, особенно если их два, то это плохо. Смотрите, ее можно носить вот так, ремешочек можно подвигать, а я, конечно, его раздвину и буду носить ее. Я люблю через плечо перекидывать сумочку и носить через плечо. То есть мы сейчас что делаем, что мы сейчас сделали, двигаем что-то, мы двигаем, двигаем, я хочу ее увеличить и делаю что-то не так. А вот все, я ее увеличила, все, я поняла, то есть она увеличивается не намного, вот, все, это ее максимум, смотрите, то есть это не очень много. Я попробую перекинуть через шею, нет, это немножко не то. Я понимаю, что сейчас модно так носить, да, я ее буду так, наверное, тоже носить, но все же я люблю, когда сумочка пониже, то есть чтобы она была вот где-то на уровне бедер. Ну окей, все равно я ее буду носить по-другому, сейчас я из нее выберусь, могу и так, могу просто на плечо повесить, мне она очень нравится, и она мне вышла всего за 600 рублей со скидкой 50%. Поэтому если вы еще не в премьер-клубе, то стремитесь сюда попасть, потому что помимо того, что получаем кэшбэк 10%, еще скидка 50% на любой продукт, кроме wellness и кроме наборов, и еще каталог выгода плюс начнется уже в ночь с субботы на воскресенье, то есть одни просто приятности и замечательности. Я вас благодарю всех за внимание, я очень довольна заказом, особенно я в восторге от новой серии Beautanicals, тут просто вот нет слов, как я благодарна компании за то, что они вот все время двигаются, делают для нас все новые крутые классные продукты. И вам всем я желаю отличного каталога, чтобы у вас было много заказов, много покупок для себя, чтобы вы могли себе позволить все, что вы хотите абсолютно, чтобы ваши доходы всегда росли. И я вам желаю просто счастья. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова, пока-пока. Пушинка, иди сюда. Куда кот-то делся у нас? Пропал.